Что ж, здорово всем. Вторая серия выживания в игре Dark Souls. Ремастер. Продолжим. Несколько дней не играл. Так, что за кольцо ржавое? Нашедшее к своему удовольствию обнаружил, что передвигаться по болотам стало легче. Кольцо глаза. Сила злого глаза и испытывающих высоцкого здоровья. Неплохо. Так, я здесь, по-моему, в прошлый раз сохранился, да? Я ночью играл. И... Подожди, я ж убивал там чуваков. Сюда наверх поднимался, убивал там... Какой-то был рыцарь. А, они снова здесь. Прикол. Блин. Надо привыкнуть к этой боевой системе. О! И шо? На всех парах ко мне мчишься. Опа, этого вообще ваншот. Да, вон тот чел кидал. Иди сюда. Ой, он опередил. Я опередил. Да, надо будет тренироваться вот так играть. Я с такой механикой. Ну, с похожей механикой знаком. А, все равно, вы видели? Отнялось ХП и выносливость при попадании в щит вот этой, ну, фигни, которую он кидает. Что это такое? Все, удачи. Тихо. А, что? Блин, а как так? Некоторых попадают и сразу они умирают. Конечно, мне нравится, что происходит. О! О! А! Пойди на! Что это такое? Крыса здоровая. Обобрать труп. Душа мертвеца. Человечность. Так. Где эта штука? Вот это вот. Оп. Надо привыкать. Огненная бомба у меня есть. Ух ты. Человечность дает. И, ну, человечность устанавливает. Давайте возьмем. Хорошо. А, подожди. Стой. Проход. Еще один. А вот это что? С этой стороны не открыть. Ясно. Город нежити. Опять ваншотнул. А я могу перелезть через ограждение? Потому что нет. Нету тут никаких стрелков, которые будут на меня бросать бомбочки. Ага. Блин, дайте мне хоть какую-нибудь такую штуку. Хоть одну из бочки. Опять ваншот. Иди сюда. Что за звук?
И раз. Пуста. Может хоть тут что-то будет, да? Я всегда все люблю вот так разбивать. Ну почему пусто? Почему? Нету тут ничего. Здание, а что? Что? Так, и все что ли? Там я пришел. А нет, смотрите, а если я сюда скачусь? Пробую. Вон, смотрите. По мою душу, да? И все. Это вообще какой-то лох. Ну ладно. Давайте пройдем. Что это дает мне? А, я могу теперь просто так, да? Ну хорошо. На. Все рушит. Душа мертвеца. Ой, это хорошо. Это сразу душа мертвеца. Я люблю применять. Где она? Душа ползающего мертвеца. А, нет, пропавшего. Хорошо. Это все мне. Так, есть выход сюда куда-то. А, нет, стой. Там, похоже, перепрыгнуть как-то надо. Я ж... Мостик-то ломается. А чё он соскакивает? Ты чё? Да потренироваться, как он прыгает будет. Зажимаем, отпускаем. А как я прыгал? Нажимаем. А, и еще раз пробел, да? Ну давайте попробуем сейчас. Попробуем сейчас тогда скакануть туда. Залетел, но там что-то в меня полетело. Какая-то хрень. Видимо. Больше не будет такой же дичь. Нет, но я думаю, что туда можно такие перепрыгнуть. Блин. А если нельзя? Я херню сейчас маюсь. Давайте попробуем пару раз, наверное. Нет, так нет. А он сейчас взял. Соскочил. А, так там вообще. Не, я там не перепрыгну. Ну ладно, последний раз сейчас попробую все-таки. Там вообще куска палки тупо нет. Ну немного не хватает, чтобы допрыгнуть. Блять, ну и хрен с ним. Время тут еще не убивал, блин, на эти перепрыгивания. Так. Что у нас здесь? А, тем более вон лестница идет. Куда можно как-то пролезть? Ну все. Че я фигню тут занимался? Давай на опережение ударим. Еще раз. Ага. Здравствуй, здравствуй. Люблю, когда хватает одного удара всего лишь. А? Кто? Да, хрен тебе. Тут что у нас? Знаете что? Очень медленно летят стрелы. Очень медленно. Прям как-то нереально медленно. Дверь открыта. Деревянный щит. Закрыть. Пошли нафиг. Я сейчас себе приспокойненько посмотрю, что там. Щит у меня деревянный выпал. Легкий щит. 52, 54. Ну вот этот щит побаще. А как и почему я его не могу взять?
что, может, сюда заходить надо? Вот как. Пью. У меня он поставился щит. Да, все. Идем тогда. Добро. Пошел нафиг. Дурень. Посмотрите, какой он глуп, он до последнего стреляет. Я бы на его месте взял бы этот, ну, ближнего оружия, ближнего боя, по кинжалу перешел такой бой. Так, меня там ожидают, я смотрю, Лёлик и Болик. Давайте что-то будем думать с ним. Ага, с копьями. Он заблочил, у него железный какой-то щит. Пробил, он не успел поставить 100 души, да, или что это как называется. Нормально так за него дали, такие, ай. Рушим, очень много ящиков различных, и под низом очень много всяких домов. А лестница вон ведущая куда-то наверх. Снизу посмотрите, рядом с лестницей сколько их. Раз, два, три, четыре. Да, давайте-ка смотреть. Так. Какая-то секретка, походу. Или что это? Сходу. Ага. Ну, здравствуй. Так понял, что я сейчас его удар прервал. Это, конечно, хорошо, что такое есть. Вот оно как. Похоже, сейчас смогу туда пройти. Подожди, а тут дверь еще одна была. Давайте глянем. И тут что? Почему все пустое? Ты-то кто? Что к чему? Верно. Значит, с радостью продам тебе товары. Я торгую за душу, все на продажу. Это торгаш мест. Купить предмет, а продать я могу? Хорошо, для починки ремонтируют оружие. Я не пойму, сколько стоит душ. Фигня это. Препятствует установлению эстуса в области действия, засушенный палец. Следует использовать с максимальной осторожностью. Котелом лок написать, прочитать, оценить. А что еще у него есть? Ключ от жилища. Открывает дома в городе Нижний. А, 3000 душ, бездонная шкатулка. Доступ к предмету у костра. Сабля, рапира, топорик, дубинка, дубинка, короткий лук, щит, малый кожаный щит, маклер, кожаный щит, треугольный щит, воинский щит. А у меня вроде все равно лучше. Стрелы, болты, кольчужный шлем, кольчуга, кожаный перчатки. О, кстати, может шлем взять? 800 душ, да? А я смогу его надеть? Как можно? Я не понимаю просто, как узнать. Защита, так понял, 12, 10 от чего-то, 8 от чего-то и 3 от этого. 300 душ... А, нет, стой, требуется душ. Давайте, ладно, попробуем купить. Купил я его, нет? Купил. Так. Да, я его надел. Х.
Хорошо, а как продавать предметы? Купить-то можно, да, а продать-то? Я, например, хочу избавиться от своих предметов. Куда мне их девать? Ну, меч там какой-то я нашел. Вот, старый щит. Я бы их продал бы с удовольствием. Ого, их тут. И все меня ждут. Кольчужный шлем. Выглядит просто, да, как кольчужный шлем. И шо, на. Отдыхай. Давайте посмотрим, что тут. Ржавая лестница. Метательный... А, о! А если сейчас перепрыгнуть-то я смогу? Да? Теперь меня человечек допрыгнул. Так, как мне вот эти бубочки еще разбить? А и чё? А нет, смотри-ка, тут пройти можно. А все равно и чё? Смысл? Вот оно что. Легкий арбалет и обычный болт нашел. Неплохо. И все на халяву. Вот и первый этаж. Да, ну попробовать этот легкий арбалет, да? Не очень что-то я люблю такое оружие, конечно. Стрелковое. Вон там полно этих уродов. Пошли их почистим. Так. Лестница, обломаны ступеньки. Костер. Ну, разводим его. Давайте вас сжигать. А, или... Или я не то сделал что-то. Здоровье, выносливость. Давайте выносливость поднимем вот так, да. А то что-то у меня человечек ударили, выносливость ушла. Ударил сам, выносливость ушла. То есть опять они появились. Тише, тише, ты что там кидаешься? Никого. Воу-воу-воу. Кинжальчиком своим. Так. Да. Так, за этих, по-моему, дают по соточке. Давайте-ка их, наверное, убьем. Фармим души такие. Иди сюда, по одному желательно. Давай. Не попал. А я попал. Все равно выносливость очень сильно убегает. Где? Что? Еще метатели. Чертовы. Вот
куда ты лукаешься? Я ж поднял щит. Нет? Давай. 80 за такого. Ну, тоже нормально. С этой стороны не открыть. Еще одна дверь заблокирована. Что такое за шум? А, через окно вижу. Ну давай. Размах орлин, удар муравьин. Для себя. Ой, вот кто-то. Ну вот. Некоторые пробиваются с одного удара, некоторые нет. Опа. Обобрать сундук. Огненная бомба. 5 штук. У меня сколько этих уже штук бомб-то? Огненная бомба 6. Черная огненная. Взрывается, наносит урон огнем. Взрывается и наносит урон огнем. Какая-то, наверное, сильнее, какая-то слабее. Скорее всего. Ну или радиус больше. Или нож используется как оружие. Ну, я думал, можно будет поюзать такую штуку. Надо разобраться, я не пойму, как переключать меня на слева. Как мне выбрать эти бомбы, там все такое. Ой. Да ладно. По троим попал. Видите, какая штука хорошая вот эта. Как достает-то, а? Да по толпе попадает. Размашистые удары наносит. Все. А, это ты кидал, да? Мудак такой. Душа мертвеца. Хорошо. Вот так вот. Так, а вот сюда я могу на балкон сойти? Да, могу. Куда только меня приведет оно? Никуда. Отнялось хп при падении. Давайте-ка, наверное, сделаем вот эту вот штуку. Благословление. А, и фляга с Эстусом появилась теперь там. Все равно я не понимаю, как поставить бомбу на вкладку. Или ножичек этот. Что надо нажимать, я не знаю. Тут что у нас? Заперто. Так. Что? Что за шум? А драки нету. Здравствуй. Глупый арбалетчик. Так, есть такое дело. Вы что? Очень большой разгон берешь, чё? А смысл? Копейщик, еще один мечник, да, скорее всего. Давайте выманивать по одному, что неудобно просто в этих проемах. Сейчас с ними биться будет. Твой удар. Нет? Ну давай, иди сюда. Даже вот так сделаю. Соточка, очень хорошо за ним дается. Восемьдесят. Так, я вижу здесь какой-то сундук. Ага. И
А тут что? Опа. Блять, там какой-то здоровый чел стоит, слышишь? Давайте подумаем. Давай подумаем, как поставить мне бомбы вот эти вот. Использовать. Блять. Нет. Изменить порядок. Да это тоже не то. Выбрать вот отмена. Я не понимаю. Выбросить, использовать, он сразу ее бросает. Как мне ее поставить на в меню? Это очень долго будет, пока я сюда зайду, пока я ее выберу, кину. Почему я не могу ее какой-то кнопкой кинуть? Или там есть в настройках? Настройки управления. Вот тут как? Кинуть бомбой. Сменить заклинание, сменить предмет. А, о! Сменить предмет. Колесико мышки. Использовать R. Прыжок действия. Хватка. Одной или двумя руками. F. А, вот, смотрите, я в две руки взял. Но это мне все равно ничего не дало. Я все равно не понял. Меню жестов открыть. Функция статус. Вид снаряжения. End home. Прокрутка вверх. Пояснение. Парирование, атака, мощная атака. Опа! Это shift или что это? Плюс левая кнопка. Сменить заклинание. Сменить предмет. Смотрите, это обычная атака. А с шифтом он сильнее, но половина полоски выносливости уходит сразу. Сменить заклинание. Точно. У костра же была эта фигня, бля. А если я сейчас вернусь, эти же уроды снова появятся. Блин, ладно, пофиг. Давайте попробуем против этого урода сразиться без всяких там бомб. Сейчас я его просто попробую набить. И сюда. Он очень крепкий. Ребята. Я походу его не разобью. Ну и чё ты? И нафиг. Давайте куда-нибудь по, ну, где больше расстояние, как-то что ли. Слушай, чел, иди нафиг. Ты сильность пробиваешь. Он сейчас залезет, да? У меня же есть эта фляга. Нет, он не залезет. Как это? В принципе, можно его одолеть, используя эти фляги, я думаю. Эспус.
Такой звук, когда по нему бьешь. Да ты специально что ли ждал, пока я буду пить эту хрень? А? Он достает, блин. Я думал, это прыгнул. Блюдок такой, а? Ты вот это жук, а? Ну нифига себе. Ладно, собака, я тебя с помощью фикфляк возьму. Размотаю. А как еще? Я бы с удовольствием в него эти бомбочки побросал. Успел. Смотри-ка. А как он автоматически за мной повернулся? Он разве не должен был? Это хорошее. Ну. Еще, да, один? Нет? Какой-то он делает, ну, два удара, какой-то вот такой выпад, который легко заблочит. Вот такой легко заблочит и контратаковать. У меня выносливости нету вообще, куда она пропала. Опять флягу надо выпивать. Эстус. А если он какой-нибудь крит нанесет, ну или срубит там голову, не знаю. Вот это очень быстро был удар. Да, блядь. Выйди из ступора, черт возьми. Блядь, какой болван, а. Он быстрее, мне кажется, стал. Он теперь три удара делает. Раз, два, три. Хуй тебе. Вот блин, а. Ничего, ничего. Я к следующей серии узнаю, как переставлять эти бомбочки, ножички. Или с арбалета его вообще можно было расстрелять с крыши. Вот это я хуй. Я только сейчас вспомнил, что он у меня есть. А, он открыл меня щитом и ударил мечом. Блюдок. Нет. Хуя. Что это было? Нифига за него душ. Что там за него выпало-то? А, вот это душа, да, обычно. Ладно. Обломок титанита, усиление плюс 14. Усиление чего? Никак не пойму. Так, было сказано, что эти фляжки с эстусом у костра восполняются, да? Тогда хорошо. Тогда хорошо. Тогда я в конце сейчас серии пойду их восполню. Кольцо с камнем. Синий. Что мне с ним делать? Где он? Болт. Так, усиливать защиту, когда мало здоровья. А, и все. And... А, куда его поставить можно? Правая рука. Ой. А вот это что? Холщовый талисман.
А, вот. Один, два, три, четыре, пять, шесть кнопки нажимаю. Не работает. Куда я это сейчас поставил? Там талисман. Ну, кольцо, я так понял, он надел. О, нет. Стоп, нет, нет, нет. Туда не надо. Итак. Итак. Все равно я сюда не смог попасть. После смерти этого дебила открылась там дверь. Этот... Нет, нифига. Ага. Ага. Блять, он уже здесь? Так, есть путь наверх. Все заперто, черт возьми. Ладно, давайте пойдем к костру. Во-первых, я... Ой, а если Нет, перепрыгнуть нельзя. Я сохранюсь, потрачу эти души, что скопились. Так, если тут так можно, в принципе, фармить после костра... Все снова появляются. Это, в принципе, неплохо. Может, за кадром посидеть, заодно и потренькаться в боевой этой системе. Надо подумать будет. Привыкнуть, как эти бомбочки поменять. В конце концов. Изменить заклинание. F убрать, Q закрыть. Лечащий. А как убрать? Так, хорошо. Новый уровень. Здоровье, выносливость, сила, еще выносливость. Хуярит. Чтобы человечек у меня мог больше выдерживать. Ну, ударов и все такое. Ну, я надеюсь, что так будет. Так, хорошо. Как теперь... Бомба, сменить отображение. А, о, вот, мощное оружие дальнего боя, незаменимо для нанесения урона огнем. Очень полезно на низких уровнях. Черные бомбы огненные, очень разрушительные. Да, вот это вот мне и надо. Как мне ее выбрать? Сменить отображение. Многие воины расширяют с помощью нее. Так. Использовать не могу, выбросить не могу. А, значит, это все ставится у костра? И как я понял. Закрыть, вот, убрать. Ячеек магии. Возможно, где-то отдельная кнопка есть. Бросание вот этих
этих бомб. Давайте попробуем сейчас на флаве. Т, Y, сейчас я все попронажимаю. Его. Так, это F. Забыть надо. Пробел, отскок, Shift, Ctrl, Alt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Не, не кидает. Возможно, эту бомбу можно выбрать как-то вот за место заклинания лечения, что ли. Ну да ладно. Здесь тогда будем закругляться. Я в интернете все-таки посмотрю, как ставить, выбирать эти бомбочки. Возможно, их и нельзя выбрать, просто через инвентарь кидать. И, возможно, я побегаю тут пофармлю. К тому рыцарю еще раз схожу. Посмотрите, у меня фляга с Эстусом-то восстановилась. Теперь ее 10. Значит, можно пойти его еще раз убить. Так, ну все, давайте тогда закругляться на сегодня. Благодарю всех за просмотр. Всем пока.